заходим, присаживаемся. Угу. Куда присаживаемся? Вот на стул, на этот. Как давай? Мы сейчас будем общаться как? Вежливо, культурно, быстро, оперативно, либо мы будем брать 51 статью, получать по башке, умываться грязной водой и тушить об вас как минимум бычки и затянем беседу нашу надолго. Поэтому выбирайте в том русле, в котором мы будем общаться сразу, чтобы вот нас первый или второй получится. Я думаю, мне придется применить 51 статью. Тогда мне придется применить все санкции. Начинайте. Вопрос, в чем проблема? Где обучаетесь? Откуда узнали про медиа? Я ничего не... 51 статья. Ну, это же время. Хорошо, тогда где по Москве, по факту, где проживаете? 51 статья. Смотри, а вот теперь послушай. Сюда. Во-первых, если ты студент, списки подадут завтра же. Вас всех подчисляют. Всех. Без исключения. С вашей 51. Да, я все. Знаю, да. Я уже полностью готов. Полностью готов к расселению. Хорошо. А если продать? Нет, куда-нибудь отдельно. Он нормальный? Да. Отдельно. Что ты выбишь? Я? Ну. Зубок. Телефон ваш. Алюминиевый. С вами связан, нужно для того, чтобы... Вот. 8-925. Фактическое место проживания, для того, чтобы вам направили документы по суду, поверьте, вызвали вас. Вы что, не понимаете элементарных моментов? Хорошо. Где в Москве проживаете? Одну секундочку. Так. Место учебы. Нет, это я вам не скажу. Дура. Так, я не обязана вам это говорить, и вы тоже это знаете, что я вам не обязана это говорить. Я обязана все. Вы институт. Вот мы вместо того, что лучше бы почитали, когда на митинг вам идут, вот эти вот, которые вас там консультируют и так далее и тому подобное, вы лучше почитайте, что за это бывает, и какими федеральными законами может пользоваться полиция. Вот почитайте, федеральный закон номер 3 от 2011 года. Вот, что ты там читала, что ты там читала? Нужно, я там ты в курсе, что это угроза терроризма? Да. Ну ты в курсе об этом? Экстремизм. А? Ты в курсе об этом? Вот ты мне скажи. Я просто шла по улице. Так. И меня. Что? Кто-то что? Кто не представился мне? Не представился. Забрал. Федеральный закон обновили о полиции. Он теперь другой. Он на другой. Мы не обязаны сейчас никому предоставлять свои служебные. Написано полиция, все. Да. Просто забрал и все. Лет сколько сейчас быстренько? Полных. 22. Откуда узнали про это? А какой митинге? Пушок. Рост какой? 1,74 метра, наверное. Да, давайте 1,74 метра. Откуда узнали про митинги? Ниоткуда, не знаю, о каком митинге вы говорите. Вы сейчас дурочку включаете. Вы идете в центр Москвы просто так? Никогда ни одного человека вот так не задержан будет. Все поступляют конкретно. Угу, да. Кричащих, орущих, вызывающих. Угу. Активными руками. Угу. Точно высыпает. Да, да, я знаю. Я знаю, очень хорошо полиция работает, да. Что кто работает? Полиция хорошо работает. Забрать эту руку. И не знаю, его права качаю. 100 рублей за платиду. Радуйся, да, не ты можешь побольше. Ну, да. А может, он, парень, короче, я с ним созвонился, он где машину поставил, там ничего не будет, он вообще тоже поставил. Серый. Да, серый. Он встречку напишет там завтра. Он просто сейчас не слушай, может тебе это дурку вызвать? Что ты смеешься? Ты подъехал. Смех без причины, признак. Нет, врачи. Это не без причины. А там просто он где, он говорит, что? Я говорит, машину за домом поставил, там не видео у вас ничего не будет. Я говорю, понимаешь, что вы не найдете. Что? Ну скажи, мы тоже посмеемся. Ну смешно. Или что? Ну вы не замечаете, что смешно. Да я уж понял, мне там и СБС это как ты говоришь. 39-й. Получается, вы надали, что смешно? Да. Но там за домом машину поставил, там камер никит вообще нет никаких. Так. И последнее, это место учебы. Вуз какой, как называется? Да, да, за домом. Я не понимаю, зачем вам это нужно. Если не нужно было, мы бы не спрашивали.
Он поставил там в 8 вечера, вам что-то обнаружил там. Вы уже достаточно данных собрали. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, достаточно или нет? Я знаю. Откуда вы что знаете? Что ты знаешь? Что ты улыбаешься, я не понимаю. Что смешного? Может, правда, дурку вызвать? Тебе плохо или что? Вы немножко сейчас смешно выглядите, аниме. Ну, вы так считаете, да. Но это не только мимо, я тоже. Я же говорю. Вот вы... какой, говорите, вы слышите. Зачем вам эта информация? Вы правда не понимаете? Хочу поступить учиться, да. Думаю, не поступить. Да. Вы поступили, мы тоже поступим. Улыбающий вечно. Видишь, хирург. Вот какой. Дурачком хирург. Курс. Вам не нужна эта информация. Откуда вы знаете, что мне нужно, а что мне не нужно? У нас опросный лист, и уже все утверждено. Прочерк поставьте. Нет. Нельзя так, нет прочерков. Нужен сбор информации. Учитесь, не учитесь. Работаете, не работаете. Самозанятые у нас теперь в стране есть. Слушай, что ты, чертовглазый? Ты будешь общаться? Или селфи сейчас строить? Я думаю, нет. А я тебе сейчас... В голове вот я что думаю. Ауч. Да, ауч. Ауч. Давай, как сейчас застрелю, и все. Почему меня пьете? Потому что я так захотел. Че ты смотришь своими глазами? Ну-ка села. Да, я зверь. А ты не женщина, ты просто уродина. Мне хочется взять пистолет, тебе просто башку расстрелять здесь. Понимаешь, ты им рай. Ну-ка ответила все быстро вопрос! Пока я ботинок тебе не сел, как ни в голове, то пи***. Отвечай, пока я тебе говорю, сейчас стулом вот этим тебе вот так раз, ты меня вывел, тебе. А может, я тебе хорошо я отвечу, но дальше ничего отвечать не буду, хорошо? Отвечай. Все равно будешь отвечать. Ты не выйдешь отсюда, пока не ответишь на все наши вопросы. Таких, как ты, здесь уже десяток было. Какого? Десяток? Полторы. Вылез на сегодня. Сколько в институт науки технологий? Нет. Придется. Тот, кто тебе сказал, что это не обязательно. Я тебе говорю, что это обязательно здесь. Давай. Если ты не понимаешь русских слов, я говорю, обязательно. Я здесь владыка судеб, понимаешь? Нет, вы здесь не владыка. Я владыка, я тебе говорю, стене. Я сейчас тебя подниму. Понимаешь, я применю к тебе силу. Ты хочешь этого? Нет, я этого не хочу. Тогда встань. Нет, ну есть закон. Нету законов есть. Здесь. Закон а только вот здесь мой закон. Почему он потому что... Внимание. Что же вы там делаете? Живот. Каждым разом. Себе телефон об голову или о пол. Если давай, ты не встанешь к стенке. Да, быстрее. Становись в стенке, она тебя сфоткает и все, иди. Телефон я тебе верну. Вечером тебе не лицо на что? На меня полностью. Че это тут писано? Ну, пол оборота. Ой. А, это волосы за уши. Еще раз на меня. Гугл, перевод. Перевод сюда. Не, руки по швам. Вот так. Прямо. Так вот. А еще оденьте очки, это на меня в очках смотрите. Хорошо. Что я переведу? А кто их забирать-то будет отсюда? Быстрый переводчик. Иди сюда. Улыбка на весь мир. Покажи мне свои телефоны. Звездочка, команда, решетка, 06, решетка. Сама вот.